гусь, фаршированный капустой, непременно займет главное место на вашем праздничном столе. Это блюдо не только вкусное, но и довольно простое в приготовлении. Приготовить гуся, фаршированного капустой, в домашних условиях совсем не сложно. Я уверена, что этот простой рецепт гуся, фаршированного капустой, вы обязательно перепишите в свою поваренную книгу. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Гуся хорошенько промойте, просушивайте, отрежьте гуску и подпалите пушок, если он есть. Затем измельчите лук, нашинкуйте свежую капусту. Разогрейте сковородку, налейте в нее растительное масло, обжарьте лук, добавьте к нему капусту, залейте смесь половиной стакана воды и потушите минут 10. В капустно-луковой смеси добавьте квашеную капусту и грибы, хорошенько перемешайте, продолжайте тушить еще минут 15. Если вы увидите, что капуста стала прилипать к сковородке, добавьте еще немного воды и не забывайте помешивать. Вкусняшки, подписавшимся. Когда начинка будет готова, нафаршируйте ей гуся, затем натрите птицу солью, перцем и положите его в пакет для запекания, затем положите птицу на противень и слегка залейте дно водой, запекайте гуся в заранее разогретой до 180 градусов духовке 2-5 часа. Когда птица будет готова, разрежьте пакет и оставьте гуся в духовке минут на 10, чтобы корочка стала хрустящей, переложите гуся на тарелку, украсьте по вкусу и подавайте к столу. Приятного аппетита! Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Обещанный список ингредиентов. Гусь, 2 кг, 1 ощипанная и потрошенная тушка. Капуста, 250 грамм. Капуста квашеная, 250 грамм. Грибы, 200 грамм, белые или шампиньоны. Лук, 1 штука. Растительное масло, 3 столовые ложки, для жарки. Соль, по вкусу. Перец, по вкусу. Количество порций, 8-10. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх, и спасибо за просмотр. Всем добра, заходите еще.